прав, наверное, нет. Автостопом приехал, я уверен. Может, синий? Смотри, дервин. О, 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 маленький такой. Охрану снимай. Ленчик, что стоят, что стоят, ждут. Сейчас он здесь на эту дорогу приземлится. Жал, пистолет когда не взяли. Сейчас я бы хватил от страха. Время ограничено, очень. Да, я знаю. Да, опаздываем. Прошу вас. Вот. Господа, кто? Я рад приветствовать вас в нашем старом городе. Здесь пребывание в нашем гостеприимном городе будет для вас приятно, наставить много воспоминаний в будущем. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, я предлагаю пройти. Ага, пойдемте. Быстренько только показали, как собирают мотоциклы, и заворачиваемся сразу к Жукову. К Жукову цветы-то есть? Есть. Были к Ирбитской ярмарке. Город Ирбит у нас особенный, я думаю, вы немножечко, в общем-то, ознакомились с историей, да, хотя да, бы какие-то да. фрагменты истории города Ирбита. Так вот, наш город был славен в свое время Ирбитской ярмаркой. А далее уже современная история, это история мотоциклетного завода. Mm-hmm. Вот. А теперь еще история Ирбитского государственного музея изобразительного. Который, да, нам нашего города. И, по сути дела, все уже начинают осознавать, что, возможно, у нас развивать как отрасль экономики – это туризм. Uh-huh. Вот. И у нас достаточно много объектов, которые представляют интерес для туристов. Uh-huh. У нас много нерешенных проблем, но у нас есть перспектива именно в этом. И вот здесь вот буклетики мы Спасибо вам большое. Да. Спасибо. А вот эта открыточка, это своего рода пригласительный билет на наши особые значимые мероприятия, которые будут проводиться в городе. Да. В ближайшее время будет 7-й байк-слет. Да, да. Собирает очень много байкеров. Да, и да, в августе да. будет заключительный, да, уже четвертый этап. И вы вот чаек немножечко тут попейте, пожалуйста. А я вам, чтобы не... У нас времени мало, и я уж тут без всяких церемоний. Угу. Так вот, у нас на сегодня ведутся работы по восстановлению памятника императрице Екатерине II. Угу. И, конечно, на нашей исторической площади будет это вот таким образом выглядеть. Угу. Этот памятник, значит, в 17 году он был сброшен, потом в дальнейшем отправлен на переплавку. Да. Да. Я думаю, вы тоже это оцените. Я, я готов внести маленькое уточнение. Микешин выступал, скорее всего, руководителем. Только вместо венка, который у нее здесь, лаурового, в правой руке, у нее был свиток с указом дарования звания города Ирбиту. Вот. Так вот, лепил фигуру Екатерины, ни много ни мало, знаменитый Опекушин, который поставил памятник Пушкину в Москве. Да, то есть вот сейчас вопрос его установки.
Ну, вот. А и от этого памятника у нас сохранился исторический пьедестал. И вот на нем же и будет водружение. Свеча – это открытие музея мотоциклов. Вот это музей мотоциклов. Но, насколько мы знаем, в мире есть 4 аналогичные вот такие проекты реализованные. Но посетить музей. Но я думаю, что стоит спланировать приезд именно вот с посещением этого музея. И на сегодня мы... Но у нас разработан проект, вот уже, я думаю, что он будет в завершающей стадии. Реализованная молодежь. То есть вот на сегодня, вот я буквально недавно опять увидела в областной газете постановление правительства Свердловской области, где однозначно прописаны суммы средств на этот год, которые выделяются на реставрацию памятников истории архитектуры нашего города. Вот Валерия Андреевича там несколько объектов с хорошими суммами, много нулей. Я не видел еще постановление. Я сегодня специально все это нашла. Ты мне эту газетку захватить, я... Думаю, что сложно сделать это все единовременно и быстро. Одно что-то восстанавливается, другое, значит, немножечко отстает. Но, по крайней мере, я думаю, что вот эту национальную идею, которую в целом хотят где-то найти, нам искать не надо, она у нас есть. Да. Это сохранение и развитие исторического наследия города. Вот если мы эту миссию свою в какой-то мере... И мы вынуждены будем делать выставку «Рембрандт» его время из нашего собрания. Ну что, поедем? Поедем. Хорошо. На команде, да? Поедемте. Мы с вами вместе едем. Сборку, если это возможно, потому что это можно, очень потом... хочется посмотреть. А, ну давайте. Производственные площадки были направлены только в область качества. Потому что мы понимали, что рынки Европы и Америки, они настолько серьезные, а в Европе чуть побольше здесь получится. Мы делаем лианги или восторонние, к сожалению, я показать вам не могу, мы отправили в английский заказ. Коляска идет, да? Да, идет коляска. А одиночки вот эти наши всякие поймали. Это какой мотоцикл? Это мотоцикл. У нас есть мотоцикл, который называется «Волк». Это чоппер. На стапеле я могу вам показать этот мотоцикл. Значит, здесь было конвейерное производство. У нас стоит порядка около 3000 долларов, а с учетом доставки в Англию, с учетом продажи через дистрибьютора, он около 6000. С Кубой мы подписали ряд контрактов. Снаружи, чтобы он был красивый, был хорош внутри с точки зрения технологии и качества. Это самое главное для нас сегодня. Да. Там пищевой. Мы часть покупаем импортного оборудования, часть российского. Это в зависимости от технологических переделок. Импортная.
В следующий раз, да. Я думаю, что мы с вами можем чаще получать. Это нам более удобно, потому что мотоциклы мы отправляем напрямую, транспортируем их в Англию. А только там своя дистрибьюторская компания работает уже на все штаты в Америке. И... Не последний раз. Да. Вы там тоже на открытии? Знаете, я тоже с командировки, вот я выпал. Это достаточно серьезно и... Надеюсь, первая визита начала чисто протокол. Занял свое достойное место, то где просто не о чем было больше. Вот то, что он был депутатом, это очень помогло нашим комфортам. Здесь мы проводим и в честь 9 мая торжественные церемониалы. И вот наши молодожены... Здесь вот установлены бюсты 9 героев, а бюст 10 героя. Каждый герой Советского Союза или Зайкова, через который вы должны были там, ехать. Там, где да. Родина его. Там, где он родился, да, прямо там поставлен. Да. И, в общем-то, вот, ну, я не знаю, я думаю, что удачное вот такое вот решение принято. Сейчас это все почитают. Так, я сразу покажу вам. Вот сумели увеличить на принтере из форматика А4 выпустить такую приятную. Итак, я искренне приветствую вас сегодня в этот замечательный для всех нас день. День, который стал для нас всех праздником, во много раз умноженным. Праздником, который сегодня необычный. Мы сегодня открываем... Вы знаете о богатстве наших коллекций. Но сегодня мы представляем вам совершенно новое приобретение нашего музея, которое мы сделали в течение 2000-2002 годов. И вот теперь эта коллекция... за небольшими исключениями, представлена у нас в экспозиции. Сейчас вы ее увидите. Сегодняшний праздник умножается тем, что сегодня здесь у нас в гостях приехала открывать эту выставку ни много ни мало генеральный консул Великобритании госпожа Линда Кросс. Вот, и, конечно, мы ей предоставим прямо сейчас слово. Хорошо, спасибо вам большое. Я очень рада быть первый раз здесь, в городе Ирбит. Как директор музея сказал, к сожалению, мы приехали очень поздно здесь, в город. Поэтому у нас была очень быстрая встреча с городской администрацией, очень-очень быстрое посещение завода мотоциклов. Потом... мы здесь, чтобы отмечать открытые выставки в музее. Я очень рада, что вы пригласили меня посетить город в это время, потому что это очень важно для нас иметь отношения, но не только с столицей страны или с столицей региона, но с местными, как Ирбит тоже. Очень важно для нас. И я надеюсь, что будет еще возможность для меня посетить город. Но с нами, со мной сегодня это Галина Нестеренко, она начальник Британского совета в Екатеринбурге. И это Британский совет – организация в Великобритании, которая занимается вопросами культуры и образования. И я очень рада, что она согласилась. Много слышали, много лет. Спасибо вам большое за приглашение, и я знаю, что главный специалист именно по музеям Министерства культуры Свердловской области. Вот тут слово. Поздравить людей с очередным проектом, с очередной замечательной выставкой, которая является непростым. Впереди ждут нас еще события очень большой важности, как для всей нашей системы Министерства культуры, так и для Ирбитчан.
Куда уж от них деваться? Ну, мы, конечно, просто рады и гордимся тем, что в нашем городе Ирбите графику открывает одну за другой выставкой. Выставки крайне интересные и, насколько я знаю, очень посещаемые. А вот эта выставка знаменательна еще приездом в вас. Большое спасибо, что вы откликнулись на приглашение и не только в музее побывали, но и с нами познакомились, и завод наш увидели. И я надеюсь, что сумеете потом ознакомиться с другими достопримечательностями нашего города. Ну а нашему музею Валерию Андреевичу, конечно, развиваться, и дай Бог всего самого доброго и хорошего. Растите, делайте хорошие свои, реализуйте проекты и те здания, которые у вас сейчас на реставрации, чтобы они были украшены и мы ими просто радовались. Наш город. Постараемся сделать нечто подобное, так же, как здесь и в тех зданиях со временем. И мы, по сути дела, всем нашим предпринимателям говорим, приходите, смотрите, вот вам пример для того, как надо устраивать свои офисы, как сейчас принято говорить. Вот на этой ноте, так сказать, перспектив и пожеланий на будущее, я хочу сказать еще следующее, что примерно месяц назад в Екатеринбург приезжала заместитель генерального директора британского совета госпожа Генина, с которой мы совершенно неожиданно, так вот случайно получилось, что я оказался тоже в Министерстве культуры. Вот он сделал вот такой Дева Марии ксилографии для серии святые, была целая серия в 1517 году сделана, святые Габсбургского дома. Вот этот лист, довольно редкий лист общественности, кстати, когда мы показали его. Вот лист, который вызывает подлинное удивление и даже некоторую сенсацию. Мы приобрели его как лист неизвестного итальянского гравера, который работал в основном, гравировал рисунки Пармиджанино. И вот здесь вот мы предполагаем, что такая спора будет Пармиджанино. Более это редкостная совершенно работа. И сейчас на собрание к нам пришла. Дальше здесь продолжают экспозицию нидерландские мастера, и прежде всего Адриан Порт, «Высокое возрождение», Йогана Задалера, неизвестного мастера, вот у нас есть такая нидерландская работа. Ну, а Йогана Задалер, это... Кстати, мы пока не убираем, это печатный пресс, так называемый КПС, да, не такой специальная мемориальная мастерская казанцев, там будет уже работать как настоящий пресс. Продолжают экспозицию работы итальянских мастеров, и прежде всего Стефано Делла Белла и Орацио Борджани, уже мастера 17 века, блестящие мастера, которые, так сказать, как бы открывают все искусство Италии 17 века. Миниатюра такая, можно ее внимательно раздвинуть, ночная пирушка, удивительно красивый лист. Корнелис Фискер, очень много работ, он играл по Рубенсу, в данном случае одна из его работ. А здесь рядом первая работа настоящего английского мастера, которая работает в 17 веке, это знаменитый Джон Смит. Это не просто знаменитый, а работал в Кенте. И здесь он делает вам портрет, пока сделал портрет тоже вашего же английского художника Вильяма Ричардса. Работа чисто английская в этой экспозиции 17 века, дальше там Англия продолжится. Во втором зале у нас этот зал почти полностью портретов его работы, который вообще стал художником-портретистом. Он создал особый тип портрета, камерного портрета, вот там скажем, искусства, русского кардинала. И этот же и портрет этого же Мазарини есть уже в работе Робера Нантеля. Сравнить можно Робера Нантеля, другого великого гравера, так сказать, Франции, уже второй половины огромных живописных холстов, которые украшали Версаль, Лувр и так далее. Но известно, что за всю... Он очень сильно пожелтел, даже вот в Греции, вот это лицо, это какой психологический образ здесь. Мало зрения вообще мало. Все, что есть. Блестящие миниатюрные портреты 18. Продолжением является целая портретная галерея. Здесь вот две его вещи, кстати, блестящая, отреставрированная вот эта вот вещь у нас пришла, а это Дмитрий Епископ. И дальше идет искусство Франции уже 18 века. Здесь, прежде всего, конечно, я хочу обратить внимание на спорт, интересен еще тем, что Буше гравирует его по рисунку Антуана Ватто. Два великих художника зашлись в этом листе.
В 80-х годах уже 18 века во Франции вышел великолепный толстый большой мураж с видами гор Швейцарии. Так и назывался «Замечательные виды гор Шватинты», именно цветной Акватинты. Вот здесь у нас как раз три листа из этого альбома. Кстати, альбом очень редкий. Делается очень такой доступно освоить снова. Вот абсолютно не видишь, да, шкафе. Им нравится, они любят их. Один из тоже самых изящных и красивых художников Франции 18 века, второй половины, Агюстен для игры в кости. Дети, играющие в кости, тут и неприятности возникают всякие. Здесь есть надпись французская, на старофранцузском языке, которую, к сожалению, очень трудно перевести. Это тоже не реставрированная, но в том числе и тоже не реставрированная. Там нужно и, пожалуйста, вот здесь его и разваливает Пензана, и дезервицы Плаукса, и совершенно роскошные техники охота, прекрасно сохранились, и вот мы таким образом можем представить вам. У нас еще есть порталовцы, другие вещи, и поступили из коллекции сейчас определенные порталовцы. Это тоже кто-то из представителей, школы бортоводца, неизвестный мастер. Здесь сидят австрийские мастера, техника мецетинта, в частности, вот Йоганн Готфрид Хайд. Был такой австрийский мастер, несколько манерный, конечно. Ну вот, представляет здесь у нас, кстати, не было. Здесь у нас тут продолжение тоже Франции, это книжная графика французская, мы не будем. А здесь у нас пошла Англия. Серия модного брака, знаменитый модный брак, который он сам не стал гравировать, а пригласил трех французских граверов, Равене, Барона и... Сказать, что англичане отмечают, что доска вот эти все мелкости, они сегодня не знают, что происходит, знаете? И доска как бы лысеет, как мы говорим. Здесь очень превосходное просто отчество, не менее знаменитого вашего английского художника. Вот такое сцена обрезания Христа. А Фрэнсис Юварес по происхождению сам был заваленный сатирой Нико на фоне развалина замка. Типично 18 век английский. К нам приехал генеральный консул только Великобритании. Что вы испытываете, как приняли гостя? Ну, мы, конечно, безусловно рады, что столь высокая дипломатическая персона удостоила наш город, глубоко провинциальный город, своим вниманием и посещением. И я считаю, что мы как раз заслуживаем того, чтобы иностранные делегации обращали на нас внимание и приезжали к нам. Потому что есть нам что показать, чем гордиться. Вот. Ну а встретить мы, я думаю, что встретили с достоинством и посетили те достопримечательности, которые вот на сегодня у нас готовы для показа. Современная история – это мотоциклетный завод. Значит, Линда Кросс встретилась с руководством мотоциклетного завода, побывала в цехе сборки, увидела, что значит наши уральские мотоциклы, какая перспектива узнала, очень даже заинтересована была, поинтересовалась, значит, какая перспектива у предприятия. И посетили, да. Давайте, ага. В дальнейшем мы ожидаем еще каких-то гостей из-за рубежа. Ожидаем. Готовимся к встрече нескольких делегаций иностранных во время проведения байк-шоу. Это буквально скоро, пару недель, и у нас будет много гостей. Заявилось несколько представительств. Мы этому рады, готовимся к этому. Я думаю, что ирбитчанам нужно знать о том, что наш город, Ирбит, открыт миру. Она прибыла не одна. Да, ее сопровождает руководитель британского агентства, британского общества. Эта организация заинтересована в установлении твердых партнерских связей с территориями. Причем сейчас интерес иностранцев именно не только сосредотачивается на столичных городах, а на периферии, потому что столицы в принципе изучены, все можно прочитать, посмотреть, и это все известно. А вот интерес как раз глубинки, уральские города сейчас открываются, и в том числе и город Ирбит. А то, что вот заплутала она, не смогла сразу доехать до нашего города, это ведь не первый случай. Это не первый случай. Наверное, это даже, опять же, наше своеобразие. В наш город ведут три большие магистрали. И когда мы, договариваясь с представительством и с консульством, говорили, что мы встречаем вас у памятного знака, таких знаков у нас оказалось три. И вот очередная делегация, мы согласовываем по телефону все, где, откуда.
А вот так вот теряются на подъезде к городу Ирбиту и уезжают всегда почему-то не с той стороны, где мы их ждем. Но ничего, никто не потерялся. Встретились, и все, что нужно было, мы обсудили, обговорили. И я надеюсь, что вот этот визит, он имеет определенные обещания и перспективы, что небольшая тропочка, тропиночка будет у нас в определенную дорогу формироваться. Все, спасибо, все же. Горды. А это ваш англичанин Джон Биамли Сэм Шоу. 1899 год. Такой несколько символический такой визит. Англичанин потом завершает английскую тему. Мы называем это и Фриц Мейзель, это и Герман Флемин, и Гиен, и Ханке, и Дмитрий Лимонов. И, пожалуй, надо все, как говорится, разглянуть. Я просто гоню, тороплю, что у вас время ограничено. Надо показать вам английскую коллекцию. И особой нашей гордостью один московский искусствовед Владимир Владимирович Поляков взял и совершил просто королевский подарок. Он подарил нам 18 листов европейской графики, и среди них два листа Марка Шагала, лист Бернара Бюфе, ныне живущего гения французской графики, и лист Хуана Миро, всемирно известного сюрреалиста. Невозможно, это невероятно. Так же, как невероятностью писать, что Гоголь через 5000 километров от Лондона. И завершают экспозицию выставки две работы художника, который имеет русское происхождение. Это бывший питерский художник, наш Илья Мурин. Он еще в 70-е годы уехал в Соединенные Штаты, живет сейчас в Нью-Йорке, у него в Вашингтоне, в Нью-Йорке мастерские, работает активный, известный график, пользуется, так сказать, успехом. Вот такой вот, вот. Эти две работы подарила нам американский художник, бывшая сотрудница американского консульства в Петербурге, госпожа Марианна Липорски. Она видела гигантскую выставку, была настолько потрясена нашим собранием прочее, что решила сделать нам подарок. Он подарил вот эти две работы. Раз, два, три. Звук. Представьтесь, пожалуйста. Главный специалист Министерства культуры Свердловской области Зорина Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, расскажите о цели вашего визита в Ирбит. Ну, поскольку Ирбитский государственный музей изобразительных искусств является подведомственным учреждением культуры министерства, то, естественно, мое появление здесь, я являюсь непосредственным куратором Ирбитского музея графики, и мы рука об руку с Валерием Андреевичем постоянно работаем над созданием новых очередных проектов. Сегодня открылась новая экспозиция. Ваши впечатления? Ну, каждый раз Валерий Андреевич оправдывает наши ожидания, каждый раз его очередная выставка – это настоящий праздник для ценителей, прежде всего, графического искусства, да, и для всех тех, кто появляется в этом музее, для жителей Ирбита в особенности, поскольку действительно в глубинке, в провинции, в уральской глубинке видеть музеи, оформление которого, коллекция которого достойны любого западноевропейского музея, любого столичного музея. Это, конечно, удивительно. И особенности ту графику, которую мы встречаем на открытии очередной выставки, она нас поражает. Это очень ранние произведения графического искусства, начиная с 15-16 веков. Это очень редкие, вернее, имена ведущих мастеров, но найти их в нашей повседневности, это, конечно, дорогого стоит. Вы сегодня здесь встретились также с Линдой Кросс. Как-то вы ожидали этой встречи? Дело в том, что не так давно произошла наша встреча с британским советом, который существует в Екатеринбурге и интересуется вопросами культуры.
И так началось наше сотрудничество. Это первый визит действительно генерального консула в один из наших музеев, именно в Ирбит, поскольку здесь госпожа Линда Росс встретила для себя, я думаю, очень приятные вещи, работу тех мастеров ее родины, которые признаны во всем мире как выдающиеся мастера графики. А что вас поразило лично? Какие картины, какие гравюры? Ну, меня каждый раз поражает. Я, в общем-то, не искусствовед, а историк. У меня историк и в прошлом музейщик, практик. Меня каждый раз поражает умение Валерия Андреевича найти работы очень ранние, очень редкие, иногда из ничего сделать великолепное произведение. Найти коллекционеров, которые дарят, которые, в общем-то, за символическую плату передают музею великолепные вещи. Что бы вы еще хотели здесь увидеть в Ирбите? Я бы хотела увидеть в Ирбите в ближайшее будущее открытое новое здание музея на Володарской. Мы работаем над этим, конечно, вместе и очень надеемся на то, что в следующем году это здание, где будет представлена основная экспозиция, систематическая экспозиция музея графики ирбитского, в следующем году, надеюсь, это состоится. Все, спасибо. Связанные с историей Англии. Мы до сих пор пока еще с ней вот не разобрались. Предстоит разбираться. Тут что-то вот тоже. Что-то Георг, Лондон там. Да. То есть предстоит разбираться с этим делом. Большая серия гравюр, вот связанная с историей Англии. Чего это такое? Вот мы до сих пор пока еще не в курсе. И все это лежало бы где-то? Так нет, ну это самое главное, что только малая часть коллекции Варшавского, то, что мы покупаем в западную выписку, 407 листов. Покупаем буквально за гроши. Все 525 тысяч. Карпухон из Людмилы Ивановны Зориной деньги вытрекает. Сегодня деньги действительно чисто символические. Мы очень рады, что речь умудряется, договориться. Если взять эту сумму, разделить на количество коллекций, 407 листов, то, что мы взяли, там получается такие копейки, которые, ну, смешно сказать просто. Как правило, эти вещи, каждый такой лист вот идет на западных аукционах, ну, не меньше 1,5-2 тысяч баксов, то есть, ну, долларов, не меньше просто, понимаете. А мы покупаем за такие копейки. Хороший опыт. Год Фрида Неллера, вашего гениального портретиста 17 века, агравирует немного Уолк, или Валк, или как точнее, как его точнее назвать, тоже, сейчас как он выглядит. Он дошел без, но это удивительная совершенно вещь. Это цветной пунктир.
чем-то не раскрашенный пунктир, а именно цветной оттиск. Mm-hmm. То есть доска раскрашена, потом сделан оттиск, лист. Но кто его гравировал, до сих пор неизвестно. Mm-hmm. Есть предположение, что это делал знаменитый Джон Рафаэль Смит. Это близко к нему по манере, так сказать, по технике исполнения, по всему, но доподлинно mm-hmm. точно пока неизвестно. Вот такая типично сентиментальная для mm-hmm. Англии mm-hmm. второй половины 17 века сцена. Просто еще круче сейчас изюминки будут. Но это просто делайте каталог выставки, значит, с берегов Темзы. Джон Батист Джексон. Тот самый знаменитый ваш английский изобретатель обоев. Так сказать, распятие, воздвижение креста, сцена. Под Джакомо Бассано он гравирует. Это четыре деревянных доски, ксилография. Он гравирует по Бассано. Даже краешки маленькие сохранились, необрезанные. Все подлинное, подлиннее не бывает, что называется. И вот здесь, это из реставрации только что, вот я был в Москве, привез. Это некий Белл по Джорджу Морланду. Это цветная акватинта 1801 года. Туда пальцем. Отрублю палец сразу. Прошу прощения. Который из реставрации вернулся лист. Посещение кормилицы, если я правильно перевожу. Это тот самый Уильям Уорд по Морланду. Тоже вот тут несколько техник. Тут и афорт, и акватинта, и мецотинто. Вот просто роскошный лист во всех отношениях. Это, так сказать, один из шедевров английской гравюры. Это было. Я работаю только с Москвой. Центр имени Грабаря, то есть Всероссийский центр. Там самая лучшая школа реставраторов графики. Они в свое время спасали Дрезденский кабинет графики и Берлинский кабинет графики, спасали просто от разрухи. Ну а это вот перед вами ваш Гильрей. Три листа Гильрея. Пожалуйста. А это ни много ни мало ваш гениальный Роулансон. Такая миниатюра. Что у вас там дальше? Последнее будет, я уже возрастающий. Вот сразу перед вами его тоже лежит уже. Я раздвину их сразу. И как оказывается, их много было у вас? Да, цветные оттиски. Два еще здесь вот жанровые сценки в русской избе. И рыбная ловля, видимо. Неправильно она перевожу, да? Зимняя рыбалка. А это ни много ни мало ваш Нельсон. Победа на Ниле. Победа на Ниле. Ну, исторический такой. Это тоже 19 век, портрет Диккенса. Еще молодого Диккенса по рисунку. Видите, в каком они состоянии бывает, доходят до нашего времени, что их просто даже в руки-то боязно взять. Витя, послушай, пожалуйста. Там мои не сообразят ведь взять трубку. Я занят пока. Вот литография уже, так сказать, 19 века. Он читает лекции, кстати, и в Москве в университете. Читает лекции. Он занимался гравюрой, сейчас уже, поскольку он очень пожилой человек, решил быть такими ксилографиями. Но он пока их тормозит, потому что, значит, у него дочь, она кандидат искусствоведения, она японистка, сама изучила японский язык, и она занимается японской ксилографией. Она сейчас преподает в Америке, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, читает лекции по японскому именно искусству гравюры, вообще по графике, по японской. И она этим как бы материалом занимается, всем, поэтому он... Но в любом случае он согласился сделать выставку, дать нам эти вещи на выставку в Рубите, но при одном условии, если мы издадим совершенно роскошный цветной каталог. Уважаемая Линда Круз, вы совсем ненадолго приехали посетить Ирбит. Да. Как ваши впечатления? У меня есть хорошее впечатление. Это правильно, что я только 2 часа там и назад приехала в город. Мы немножко поздно, чем ожидание приехали. Но
у меня есть хорошее впечатление. У нас была короткая встреча в городской администрации, потом посещение в заводе мотоциклов, и потом мы отсутствовали здесь на открытии выставки. Гравюры, да, да. Вам показали гравюры, которые не представлены на выставке. Что, как вам, понравилось? Да, мне очень понравилось, особенно потому, что есть много гравюры британских художников здесь на выставке. И я думаю, что люди в Ирбите может гордиться этого музея, потому что я никогда не видела такую коллекцию в городе, как Ирбит. Это коллекцию, как можно видеть в Москве или в Санкт-Петербурге. Так у меня есть хорошее впечатление. Я думаю, что директор музея трудно работал, чтобы собирать эту коллекцию. Я поздравляю его. А еще в целом от города у вас впечатление? В нашем городе есть стремление к чему-то? Вот? Я услышала немножко о городе от городской администрации. И я знаю, что у вас есть известный завод мотоциклов, у вас есть хороший завод стекла тоже здесь в городе, стекольный завод. Да. К сожалению, сегодня у меня не будет времени, чтобы посетить это завод, но надеюсь, в следующий раз будет возможно. И это всегда интересно для меня посетить такие города, потому что у нас есть хорошие отношения с многими городами в регионе на Урале. И для нас это очень важно не только быть в Екатеринбурге, но путешествовать в Свердловской области, в других областях, чтобы познакомиться с людьми, работающими, живущими в таких городах тоже. Так я очень рада возможности посетить Ирбит, и я очень благодарна директору за приглашение посетить выставку сегодня. А ирбичане, жители города, как вам? У меня не было возможности говорить с ними, но у меня есть хорошее впечатление тоже. У меня был хороший, очень гостеприимный прием сюда в городе. Так я рада быть здесь в городе, и, как я сказала, надеюсь, что будет еще возможность посетить город. Приезжайте к нам в Ирбит. Спасибо вам большое, с удовольствием. Спасибо, всё же. Кровь чистит, так чистит. Кровь чистит, так пахнет хорошо. Да. Да, кстати, уже были там. Причастие. Да, да, да. Вот, кстати, чувствует муза, да здравствует разум. Ура! Ура! Ну что, ну мы с нашим главным героем этого торжества. Ну что ж, давайте сюда. С вами идите. Да. Я уж подвижусь. Госпожой. С гостями, да. И с начальством. Так, с вами-то еще, да. О котором мы перед этим разговаривали на встрече как раз у нас. Да. Поэтому мой тост за то, чтобы директор музея, проблемы у него были, и разговоры о гравюрах, никак не о бензине. Да. Приходится, к сожалению. Ну, да, но да. Будем надеяться в будущем, все-таки все меньше и меньше будет бытовых, а больше вот... Тех удовольствий, которые сегодня вы нам доставили, и просто потрясенно. Это вопрос уже остановилось. Солнце нет. Давай тоже посмотреть. Пятна на солнце видно? Нет, солнце так видно. Нет, пятен не видно. Мероприятие в этом направлении. Значит, среди них можно отметить. Это команда штатные эффективные.
Вот так, мне нормально? Все, нет, я все равно, мне свет, было. Я щурюсь, как это самое. Ничего страшного. Работаем. Валерий Андреевич, расскажите, вам часто приходится встречать гостей таких, как Лара, Линда Кросс, и что вы особенно хотите обратить ее внимание, на что? Вообще, когда гости приезжают, это, во-первых, очень приятное событие, это раз. Всегда приятно принимать гостей, но вместе с тем и хлопотно. Естественно, хочется показать им все лучшее, что есть в собрании, но это у нас лучшего так много, что показать все невозможно. И поэтому, вот, например, конкретно то, что касается Линды Кросс, ее сопровождавшая ее Нестеренко Галина Федоровна, которая является менеджером Британского совета по культуре, вот, их, конечно, интересовало прежде всего собрание английской графики, которое имеется у нас в нашем музее. И помимо того, что значит, вот мы показали им экспозицию «Новое поступление», «Новое приобретение», вот, мы обратили в этой экспозиции особенное внимание этих двух дам высокопоставленных, значит, вот именно прежде всего на английскую графику, а затем в кабинете у себя, я пригласил вернее к себе в кабинет, и там, значит, еще дополнительно показал часть большой коллекции петербургского коллекционера профессора Юрия Сергеевича Варшавского, которую мы сейчас приобретаем, именно как раз английскую часть. И там так много удивительных совершенно вещей, очень красивых, ярких и выдающихся мастеров, что, в общем-то, и Линда Кросс, и Нестеренко были просто, в общем-то, шокированы тем собранием, которое мы имеем. К сожалению, не получилось показать им то, что еще имеется у нас в собрании, английские вещи в запаснике. Вот. Но в любом случае, так сказать, в ходе обсуждения вопросов, так сказать, касающихся дальнейшего сотрудничества нашего музея, допустим, и британского консульства, мы договорились о том, что мы будем готовить где-то на конец будущего года, будем готовить выставку, которая получила такое, с их одобрения, такое название «С берегов Темзы на берега Ниццы. Сокровища английской графики 17-19 века» из нашего музейного собрания. Вот. И госпожа Нестеренко, например, Галина Федоровна, поскольку она является представителем непосредственно британского совета, она даже, так сказать, сказала, что она поможет нам составить специальную заявку в британский совет на получение, значит, денег на издание каталога этой выставки. То есть, вы видите, как конкретный результат визита представителей английской, так сказать, дипломатической общественности у нас в России. Надеюсь, что это все состоится, что все это будет удачно, хорошо. Выставка сама по себе, как мы предполагаем, будет достаточно яркой и впечатляющей, по крайней мере, так широко и полно мы английскую графику еще вообще не выставляли, только отдельные имена, отдельные вещи. Я надеюсь, что эта выставка состоится и будет событием в культурной жизни только Рыбит, но всего Урала. Более того, в процессе, так сказать, вот этого визита, разговоров, бесед, которые прошли, значит, был задан такой нам вопрос, а могли бы мы эту выставку в дальнейшем показать в других городах России? Значит, на что, естественно, мы ответили полным согласием. Более того, так сказать, естественно, был с моей стороны задан вопрос, что все, опять же, упирается в деньги. Значит, Нестеренко подтвердила, что Британский совет готов финансировать такую передвижную выставочную программу, на что мы ответили, что если это состоится, то ради бога. Более того, Нестеренко заявила, что у них на связи сейчас очень сибирские музеи с ними хорошо работают, Красноярский, Иркутский, Новосибирский, там, Хабаровский музей и так далее, и что эти музеи с величайшим удовольствием приняли бы такую выставку у себя. Я ответил, что мы готовы к такому сотрудничеству, и, естественно, значит, все опять же упирается в деньги. Если деньги будут, то за многим дело не станет. И кроме того, также и с моей стороны был задан вопрос о возможности показа либо вот этой же выставки английской графики, либо
работ современных уральских художников уже на территории Англии. Уж я не говорю о Лондоне, но, по крайней мере, крупные культурные центры Англии, такие как Манчестер, Ливерпуль, Глазго, Эдинбург, другие крупные культурные центры, где есть музеи, выставочные залы достойные. Это тоже, так сказать, вопрос отошел также положительный ответ. Правда, сказали, что это не их ведомство, но они могут нас связать с теми организациями, которые этим занимаются непосредственно на территории Англии, и сказали, что в любом случае это будет эти программы, которые мы сможем предложить, по их мнению, вызовут интерес, и это будет, по крайней мере, есть надежда, что это будет успешно, все состоится. Только время идет.